В Омске в окна роддома залетело несколько петард. Фейерверк возле здания устроил один из новоиспеченных отцов. Молодой мужчина был так рад рождению первого сына, что решил устроить по этому поводу салют. Три ракеты залетели в ординаторскую и взорвались там. К счастью, в помещении в этот момент никого не было, так что никто из врачей и пациентов не пострадал. Несмотря на это, местная полиция начала проверку. Правоохранители решают, нужно ли как-то наказывать счастливого отца. Тот страшный момент, когда это произошло, первое, о чем, конечно, доктора мы подумали, что такие ракеты, петарды могли еще попасть в любое другое отделение, где непосредственно лежат беременные женщины, которые еще спят это утро, а в отделение, где лежат родильницы и их новорожденные детки. Конечно, в тот момент было очень страшно.